женщина занимается обществом. Обществом. Женщина – это мать, это любимая. И в обществе тоже, не только в семье. Не то, что женщина – это человек, который дикий, который сидит в семье, не высовывается такой, иногда высунулся такой, назад засунулся. Женщина – лидер, это тот же лидер, понимаете, в обществе. Только женщина – это тот человек, который детям помогает, картины рисует. Ну, то есть организуют деятельность, которая связана с жизнью общества. И это является деятельностью лидеров женщин. Они должны организовать больницы, они должны организовать учебу детей, они должны организовать картины, балет, там, театр, все что угодно, связанное с любовью, жизнью общества. Если женщина будет этим деятельностью, это как лидеры заниматься, общество просто взлетит. Оно станет прекрасным, понимаете? Потому что в этой деятельности требуется энергия любви женщины, и которая никогда как бы мужчина не сможет применить.